27 марта возле здания посольства России в Бишкеке, накануне визита Путина в Кыргызстан, правоохранительными органами были задержаны два активиста, которые устроили пикет против политики российского президента Владимира Путина. Задержан местный житель Нурлан Карымшаков вместе с супругой. Они пикетировали перед посольством России с лозунгами «Путин – агрессор», «оккупант», «убийца» и «нам не нужна военная база». После задержания Нурлана в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к межнациональной розни. Милиция через экспертов вынесла заключение, что надписи призывают к межнациональной розни, и возбудила дело на Карымшакова по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды», сказала правозащитница Рита Карасартова журналистам «Настоящего времени». За комментариями по поводу произошедшего корреспондент Хабарху обратился непосредственно к участнику пикета Нурлану Карымшакову. События последних 5-6 лет, они, ну, даже можно даже сказать, даже с 2008 года, они показывают явную, скажем, сущность этой агрессивной политики этого человека. В вторую очередь я хочу сказать о втором плакате, где было написано «Нет торпедам и бомбам Путина» на Иссык-Куле. Ну, Иссык-Куль область – это наш родной регион, откуда мы родом. Оба, как я и супруга, и мы видели огромную территорию, значит, с колючей проволокой. Там живут наши там, родственники, можно сказать. И они неоднократно, ну, выражают свою обеспокоенность испытаниями этих различных видов торпед и военного вооружения.